Чувашия переняла эстафету Всероссийского театрального марафона Республики Мордовия. Трагикомедию Русского драматического театра Мордовия «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина, которая открыла театральный марафон в Чебоксарах, посмотрела моя коллега Татьяна Раевская. Театральный марафон – крупнейшее событие года театра, в котором участвует 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты. Региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ года театра следующему театру-участнику. Театр был, есть и будет. Он всегда нес то, что называется воспитание, культура, и что всегда остается незыблемым в нашей жизни. Позвольте мне сегодня от главы нашей республики Владимира Ильича Волкова выразить вам слова признательности, уважения и благодарности, что мы, два народа, которые сегодня один другому передают символ, всегда в мире соседстве пребываем и всегда рады быть с друзьями и соседями. Низкий вам поклон. Это очень для нас, для всего народа России значимо. И, конечно, хотелось бы выразить огромное спасибо всем работникам театров Республики Мордовия. И три дня они нам сегодняшнего дня, три дня мы будем увидим новые постановки. Артисты из Мордовии привезли к нам три спектакля. «Поминальная молитва», «Дальше тишина» и «Горе от ума». Первый из них – о вере, милосердии, сострадании, гуманизме. Героям приходится переживать разные жизненные ситуации, которые становятся своеобразной проверкой для каждого из них. Спектакль очень замечательный. Он... Там можно и посмеяться, и поплакать. Я играю самую младшую дочку в еврейской семье. Побывала, мне кажется, уже везде. Потому что уже 5 лет спектаклю, и спектакль очень хороший, так все говорят. И на фестивалях тоже, и критики все говорили о нем. Следующим пунктом марафона станет Пенза. Чувашский государственный театр оперы и балета отправится в этот город на гастроли, чтобы представить зрителям свои лучшие балеты «Сарпеге», «Золушка» и «Спящая красавица». Каждый из этих театров везут свои лучшие работы, везут лицо театра. И в связи с этим идет пропаганда театрального искусства в целом. Я уже 22 года работаю в Мордовии, был главным режиссером, и у нас не случалось обмена. До этого, наверное, было. Я удивляюсь, а почему мы не обмениваемся гастролями? Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Валерий Резюков. Республика.